Так, пап, Джасмин зайдет за мной с минуты на минуту. И когда она постучит, ты впустишь ее. Ты не позорь меня. Стыд — это эмоция. Не прячься от нее. Растворись в ней. Мне пофигу. Я скоро приготовлюсь. Господи! 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 Эмма, папа. Здрасте. А Крис тут? Крис в своей клетке. Работает над своим сегодняшним внешним видом, не обращая внимания на неизбежность горечи. Оу, я тогда присяду. Так долго ждать Криса. Мне кажется, он красится дольше, чем я. Извините, я просто должна спросить. Почему вы одеты, как мы? Потому что я любил сильнее, чем кто-либо во всей бесконечности. И все было впустую. Я отдал ей свое сердце, а она его разжевала и отправила его в свой пищевод, где желудочный сок расщепил его на белки и каловые массы. Это прекрасно. Пап, ты же не рассказываешь про маму снова, нет? Господи! Я всегда считала, что боль красива. Я ни в ком не видела больше боли, чем в вас. Я даже завидую. Тогда твоя зависть — это твоя боль. Я завидую твоей зависти. Нет. Почему? Я знаю, что молода, но моя душа древняя развалина. В этом я не сомневаюсь. Но, как я уже сказал, я отдал свое сердце другой. У меня нет сердца, чтобы дать его тебе, пока моя возлюбленная не свергнет его из своего кишечника. Но без тебя я ничто. Окей, Джасмин, пойдем. Нет, я влюблена в другого мужчину. Кто он? Кайл? Папа? Я не могу это больше терпеть. Прощай, Крис. Навсегда. Я не могу поверить, что она ушла. Хочешь посмотреть «Сумерки»? «Новолуние» или «Рассвет»? Потому что я все равно хотел посмотреть. Эти вампиры чувствуют всего лишь одну миллионную боли, которую я чувствую. Лучше передай попкорн. Я видел, что он сделал тебе. Я никогда не оставлю тебя так.